Вот вы так не переживайте за Скаростов. За клуб Скаростов. Здесь нет болельщиков Скаростов? Никто не переживает за великий клуб Скаростов? Нет? Нет таких людей. Знаете, у нас еще второй клуб Скаростов, великий клуб? Есть. Есть. А почему никто не переживает за его судьбу? Что у него он играет на стадионе Труд? На стадионе Труд играет. Это клуб, который был серебряным призером чемпиона СССР. Культовый клуб. Почему никто не переживает за этот замечательный клуб? Все у Ростова хорошо, ребят, отлично, все. На третьем месте в чемпионате, молодцы, все супер. Болеете, супер. Что со Скоростом, что дальше? Почему мы не допустим здесь дерби никакого замечательного в нашем городе? Почему мы будем поддерживать обязательно клуб Ростов и не поддерживать ничего другого? Давайте поддержим, соберемся и поддержим Скоростов. Скажем, Скоростов должен играть на стадионе СКА, либо здесь, на этой арене, потому что он тоже клуб города Ростов-на-Дону, исторический. Никого это не волнует. Волнует, ну, успех. Если мы такие лицемерные, мы только за успех. Я помню, сколько людей ходило на сектора Расельмаша, когда Расельмаш играл внизу таблицы. Кто был на этих играх? Кто ходил? Сколько ходило человек, молодой человек? Скажите, сколько ходило человек тогда на стадион? Ну, сколько человек ходило? Ну, не столько, сколько сейчас. Сколько? Ну, это не маг, это приходили посмотреть на другие легендарные команды, которые приезжали играть с Расельмаш. А сейчас произошло чудо. Ростов совершил чудо, и теперь появилось откуда-то безумное количество настоящих преданных фанатов. А почему вас не было, когда клуб находился в жопе? Где вы все были со своей поддержкой, со своей покупкой билетов, абонементов на сектора? Где вы все были? Вы находились дома просто. Ну да, у нас есть клуб Расельмаш, потом Ростов. Ну класс вообще. А потом произошло ростовское чудо. Великий татарин сделал чудо. Правда чудо, это большой праздник. Но не надо лицемерить. Если у нас есть клубы, которым нужна помощь, давайте окажем им помощь. Я болею за ЦСКА, допустим. Да? Я не болею за клуб Ростов. И что я с этим могу поделать? У меня три поколения военных людей. Каждый болеет, у каждого своя религия, свои сексуальные предпочтения. Свой клуб, за которого он болел. Я житель города Ростов-на-Дону в первую очередь. Вот мой, как бы, мой путь. Поэтому я горжусь тем, что я ростовчанин. Ты болеешь за Ростов? Ну, класс. Поддерживаю тебя в своем выборе. Уважаю твой выбор. Надо уважать мой выбор тогда. Потому что я тоже ростовчанин.